На сегодняшний день появилось так называемое устройство, которое... Устройство, мы его воспользуемся. Она заряжена, не волнуйтесь. По новой будет видно. Да. А вот это заряжено. Матрица. Открытка на угорице. Это дубы. Кстати говоря, я ничего не сказал про растения. Растения, если ввести в это состояние, они круглый год стоят зеленые. Они стареют, апоптоз не наступает, они круглый год стоят зеленые. Правда, они не растут. Вот. Они не на улице же? Не на улице, конечно. На улице, если вынести такое растение, зацикленное, не стареющее, то просто от мороза листья отвалится и все, но она так и не пожелтеет, листья, механизм старения не запустится. Просто от мороза. Это так же, как человека просто опустить в воду, он задохнется там и все, бесалкогольное, то же самое. Вот. Значит, здесь, смотрите, описание методики, инструкция, как пользоваться. А вот, кстати говоря, аккумулятор вот этот вот, аккумулятор, EF2, он находится под этой пластиной EF2. Руку прикладываете, прижимаете, 3 раза в день, 3 дня, и вы улетаете на 7 лет в сторону молодости. Как определить? Вот есть тест, линейка. Тест, который применяется на кафедре авиационной космической медицины для первичного отбора ватерокосмонавтов. И тест очень простой. Вот так вот висит линейка, вот в определенном положении руку держите, линейку бросаете, вы ее ловите. Поймали на пленных сантиметрах. Три попытки, среднеэрифметическая. И среднеэрифметическая, вот он, это левый столбец. Ему соответствует возраст. Биологически. Через 3 дня вы уже будете на других значениях говорить.